Всем привет! Вы на канале Тыковка ТВ, и сегодня я снимаю видео, которое называется «Всех с началом летних каникул» и «Как ко мне пришла в гости моя подруга». И давайте начинать. Подруга, давай заходи в гости, мама моя не против. Давай. Так, чемоданчик, ой, портфельчик. Все. Уф. Каникулы. Давай, где ты там? Иду. Ой. Просто этот портфель, его так тяжело тащить. Все. Сейчас я только маму позову. Мама, мы пришли. Мы? В каком-то смысле мы пришли. О, здравствуй, Старлайт. Здравствуйте, принцесса Кейденс. Мам, ну я же говорила, что ко мне придет подруга. Ты не говорила, что она сегодня придет. Да ладно. Ладно, веселитесь, развлекайтесь, а я пойду за тортиком сбегаю. Да, ой, не туда пошла. Все, девочки, пока, я пошла за тортиком вам. Вернусь через час. Ура! Чем займемся? А можешь показать своего нового попугая Алмаза, а то ты говорила, что он у тебя появился. А, да, пойдем сейчас его покажу, сейчас портфельчики наши вниз уберу. Все, портфель я убрала, пойдем. Вот он здесь должен быть. А где мой алмаз? Я не знаю, где твой алмаз. Странно. А, вот он мой хороший. Он у нас просто еще несколько дней, он очень боится. Иди ко мне, алмазик, иди ко мне, мой маленький. Можно посмотреть? Да, конечно. Ой, ты какой красивый, какой алмазик. Мяу-мяу-мяу-мяу. Ой, Муся, привет. Эх, Муся, какая она все же ревнивая. Да. Ну что ж, пойдем поиграем или что ты хочешь сделать? Даже не знаю. Ой, сейчас я позвоню только маме, хорошо? Скажу, что я у тебя скольких... За скольки хочешь? Сейчас сколько время? Че? Так, сейчас один... Короче, сейчас час. А, хорошо, сейчас я позвоню. Алло, мам. Да, я пришла, Сашку. Тьфу, ты пришла. Я, мам, буду в гостях у моей подруги. Да, у Рарити. Да. Би-би-би-би-би-би, говорит там. Да. До скольких? А до скольких ты хочешь? До 7 сможешь? Конечно. До 7, ага. Да, все, пока. Все, поговорила. Угу. Ну что, может быть, не знаю, даже не знаю, там, ну, ай, корона моя. Секундочку. Может быть, будем мамины наряды мерить? А, можно? Да, конечно, можно. Смотри, кстати, у меня корона мамы. А она тебе разрешила ее носить? Да, конечно, ведь принцесса должна ходить с короной. Круто. Давайте покажу, какие у нас есть еще украшения сейчас. А можешь подвинуться? А, да. Вот тут Димуся лежит это ожерелье мамином. Я его иногда тоже одеваю, но оно мне просто слишком велико. А можно мне его примерить? Конечно. Сейчас посмотрю, как оно мне будет смотреться. Ух ты, как оно мне хорошо смотрится. И вправду, прям королевское ожерелье. Красивое. О, тебе и вправду оно идет. Можешь пока поносить, мама не будет против. А вон там наверху, за фотографией мамы с папой, есть ее кольцо. Сейчас я его одену и буду красоткой. Вот, смотри, какое колечко. Это мамина, она его просто не носит, потому что она уже устала его носить. Она его одевает, конечно, но не часто. А, понятно. Красивое колечко тебе идет. Да, но мне оно не нравится, я его сниму лучше. Оно мне просто не очень нравится, неудобно носить. Понятно. О, сейчас тебе кое-что покажу. Ты любишь платье одевать? Нет, мне просто не очень удобно. Хорошо, смотри тогда, что сейчас будет.
Волшебство. Раз, два, три. Так, здравствуйте, я принцесса Кейденс. Ой, ой, ты меня так напугала. Хе-хе-хе-хе, я, значит, на свою маму похожа. Смотри, как мне ее платье идет. О, я думаю, его лучше снять, а то твоя мама придет, она будет не очень рада, что ты ее вещи трогаешь. Ну, в принципе, да. Я на минуточку. Фото на минуточку. Я лучше тут постою, а то мне просто у выхода не нравится. Я где твой алмаз постою. Хорошо. Смотри. Би-би-би. Я принцесса Кейденс. Девочки, я... Так, посмотрим. Би-би-би, я принцесса Кейденс. Ха-ха-ха. Я королева. Дыш-дыш-дыш. Ха, посмотрите, какой у меня красивый наряд. Би-би... Мам? А, показалось. Ты похожа на принцессу Кейден. Да, бе-бе-бе-бе-бе. Би-би-би-би-би. А-а-а! Мама! А ты тут давно? Ну, я тут давно уже смотрю, как ты меня поражаешь. Бе-бе-бе. Я ведь самая красивая такая вся. Прям вот модница, ха-ха-ха. Ой. Мама, ты меня уронила. А ну-ка, живо снимай мои вещи. Старлет, а ты можешь поносить мои вещи? Ну, ты тоже лучше снимай вещи мои. Ну, мама, мы хотели поиграть. Никаких игр с моими платьями и ожерельями, и всякими аксессуарами. Все, живо переодевайтесь. А тортик? Тортик попозже. Вы пока поиграйте. Ну а ладно, сейчас переоденемся. Все, мама, мы переоделись. Вот и молодцы. Старый, ты, конечно, извини, но просто я не очень люблю, когда моя дочка меня обманывает. Еще любит примерять мои вещи. Ну, мама, это же самое веселое занятие. Я, конечно, понимаю, но ты могла бы спросить. Все. Я пошла. Через 30 минут приходите, тортик будет готов. Ура, тортик! Люблю тортики. А ты бы могла как бы извиниться перед мамой? За что? За что? Ну, за то, что ты как бы взяла ее вещи без спроса. Извиниться? Не хочу, мне это не надо, я принцесса. Все, ладно, пойдем играть. А можно, чтобы твой Яков, можно, чтобы твой этот рубин, алмаз его зовут, а алмаз сел на меня. А, да, конечно, сейчас. Иди ко мне, алмазик, алмаз, алмаз, алмаз. А, ну и что сейчас? Алмаз, алмаз, алмаз. Ой, он на меня сел. Какой он прикольный. Алмаз, скажи. Чи-чи-чи-чи-чи. Чи-чи-чи-чи. Какой он веселый. Добрый день. Ой, добрый день. Как у вас дела? О, все хорошо. А он что-то еще умеет говорить? Да. Сейчас. Алмаз, алмаз. Скажи, какая сегодня погода? Сегодня солнечно. Хорошая погода. Ух ты, он умеет говорить про погоду. Ну, он так умеет солнечно и не солнечно говорить. А почему он сказал солнечно? Я не знаю. Ты уж, наверное, посмотрел солнечно. Я потому что ему показываю. Типа, ну, я беру картон, показываю ему черный и говорю, что надо говорить, что плохая погода. Ну, как бы, и он, наверное, определил, посмотрел, что солнышко светит, что хорошая погода. Номер один. Ой, а почему он повторяется? А ну, он попугай, он все повторяет. Ну, ты рада, что у тебя новый питомец? Да, рада. Ладно, пойдем кушать торт. Мама, мы идем кушать. Да, да, девочки, спускайтесь. Сейчас, пусть он улетит. А, хорошо, сейчас я его загоню. Кш. Алмаз, на место, на место. Хорошо.